А вы кто? Я. Как сделать кино, чтобы смотреть интересно было? Цепляем зрителя ракурсом, движением в кадре и необычной картинкой. Ого, его прям как будто потрогать можно. Хватит тыкать в меня. Дальше удерживаем зрителя сюжетом, интригой или яркими диалогами. Да на крыше с двумя ведьмами. Мама на пенсии. Ведьму пенсии не бывает. И самое главное, чтобы зритель досмотрел до конца, надо добавить неожиданные повороты. Сделай ему надрез на шее и вставь трубочку, чтобы пустить воздух. Блин, ну чё? Я полтора часа на велике гнал. Дайте хоть отдышаться. Вот так получается хорошее кино. Там на заправке не следят. Я себе 6 раз карамельного сиропа плюкнул. Смотри кино и сериалы на Картина ТВ в августе.